мои хорошие, с Эндерчиком гуляем мы по Батуми. Направляемся сейчас в Карпат. Гуляем вот так, за ручку. Смотрите на мою внучечку, Лапулечку. Мы с ней остались вдвоем. И с Аскимом, да? Бабулина. Мы тут готовим, посмотрите, варенье из слив, джем. Посмотрите, приготовили на лечо все. Завтра мы будем заниматься закрутками. Видите, здесь какая хозяйка. В Турции этим не занималась. В Грузии все мы этим занимаемся. Добрый день, мои хорошие. С вами дочка Светланы, так называемая доча. Я хочу сделать для вас маленькое видео, где хочу рассказать о рецепте молодости моей мамы лечо. Оно очень вкусное, очень. Вам понравится. Я сделала 1,5 порции, так как одна порция чуть меньше для большой семьи. Сделала 1,5 порции. Я скажу вам, что я туда добавила. Я добавила сюда 4,5 килограмма перца болгарского красного, 3 килограмма моркови, 2 килограмма лука, 4,5 килограмма красных помидор, 5 столовых ложечки соли без верха, 4 стакана растительного масла, но вы можете сделать 3, я люблю чуть-чуть пожирнее, так вкуснее, 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки уксуса в конце и черный перчик. Так, я поставила тушить лучок вначале, потом добавила морковочку. Когда добавила морковочку, у меня был уже помытый болгарский перец, почищенный. Я стала его резать и добавлять сразу. Потом на дёрочку помидорчики, а потом уже все остальное в конце. А сколько получится баночек из 1,5 порции, вам расскажет об этом уже моя мама Светлана Ата. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Смотрите, как мама моя ухаживает за детьми, а мои внуки сидят. Марир, Мадеми, привет, привет. Скажите привет всем. Привет, Деми. Ирма и Халёси, что вы смотрите? Бабуля будет на вас смотреть, потом мир синий смотреть. И деточки мои. Ашкам. Ашкам сидит напротив, посмотрите, у нас фрукты. Фрукты кушаем, фрукты. Мои все любимые, такие сладкие, вообще не могу насытиться ими. Они были у другой, у дедушки. И пришли ко мне, я их всех скупала. Прическу сделала, феном посушила. Я так соскучилась, а всех одела, мои халёси такие. Усыпила мою красавицу, только сейчас этот, накормила их чорбой мерджими. Понравилось им. Сейчас вот фрукты. Ну, видите, дочка сделала маску, и ребенок болит. А вот маска для черных точек еще от чего? От волос нет, от черных точек. Такая красавица моя дочь. Подписывайтесь на мой канал и смотрите нас, нашу семью. Друзья мои хорошие, вот такая вот турецкая застолье в Грузии. Чорба мерджевик, плов, кавурма из мяса. Мясо мой муж купил у хасапа, у мясника. Такое на базаре он не кушает. Салат турецкий. Вот сейчас мы будем все кушать, всей семьей. Детки, посмотрите, как ждут все. Кушать будут, кушать. Доча. Доча тоже мне помогала, она хочет научиться, как приготовить турецкий плов, вот она уже знает. Сейчас мы будем все кушать, приятного аппетита, и мы даже нашли турецкий хлеб в турецком супермаркете Ялчин. Все при деле.
Ирма, ура! Молодец, Ирма! Ты, Мари, заняты. Все в телефонах. Квартира здесь маленькая. Но нам всем не тесно. Дети сейчас у меня гостят. Потому что я уеду. Буду скучать очень. Хоть будут воспоминания, как я ночью встаю к ним. Ой, остались на моя красотулечка. Моя внучечка. Geç oraya. Orada dur. Geliyor. Ya öyle yatma. Сегодня будем снимать фокус монета груди. И будем смотреть. Друзья мои, посмотрите, что он делает Эндеру. Посади бабуля ее тоже. Очки снимите. Ее на цепь надо посадить, она злая. Очки. Сколько там? 20 килограмм большой. Какой 20, бабуля? Малая, что творит, если бы ты видела. Я боялась, а то сама первая. А я тут сейчас как запрыгну. А ну давайте все туда. На цепь надо посадить. Мишка косолапый. Мамагла, громко. Друзья мои хорошие, пока-пока. Скажи. Друзья мои хорошие, пока-пока. Это ты кос, мама шо, амшихэна смертихэли, только дахало.
Друзья мои хорошие, посмотрите, мы все в таком напряжении у нас.